Президент продлил мораторий на проверки предприятий еще на год. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на церемонии награждения победителей конкурса «Алтын Сапа» 2022. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет около 34% экономики страны. В этой сфере работает более 3,5 миллионов человек. В этом году предприятие «Промашкомплект» Павлодарской области завоевало звание «Үздік индустриалдық жоба». Президент заявил, что в ближайшие 7 лет будут предприняты усилия по устранению всех препятствий, ограничивающих предпринимательскую деятельность, примут конкретные меры по улучшению бизнеса. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время принимаются комплексные меры, направленные на защиту предпринимателей от необоснованных проверок и недопущения незаконного привлечения к уголовной ответственности. В этом году от незаконных штрафов на общую сумму около 700 миллионов тенге освобождено более 6 тысяч предпринимателей. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателей наказано более 1000 должностных лиц. Каждое шестое дело, а это 59 дел из 312, прекращено за отсутствием уголовного правонарушения. С этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Далее, исходя из положительных результатов прошлых лет, мною принято решение продлить еще на один год мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствующий указ подписан. Это хороший задел. Мы, безусловно, продолжим внедрение системных механизмов защиты предпринимателей. В завершении встречи глава государства торжественно наградил победителей конкурсов «Алтын Сапа» и «Парес». Лучшие определились среди предприятий, производящих товары народного потребления, услуги и продовольственную или сельскохозяйственную продукцию. В этом году предприятие «Проммашкомплект» Павлодарской области завоевало звание «Үздік индустриалдық жоба». «Алтын Сапа» в номинации «Лучший индустриальный проект» становится компания «Проммашкомплект» Павлодарская область. Награда вручается учредителю предприятия Павлингеру Сергею Владимировичу. «Проммашкомплект» – это высокотехнологичное роботизированное производство, качество которого подтверждено высокоточным оборудованием. В Прииртышье работа по диверсификации экономики ведется масштабно. В частности, заводы-гиганты выполняют возложенные на них государством обязанности. Евгения Мягченко, Ялым Рахмажанова, Ертасакпарат.